Гаражное преображение, эффект зеркала и кот в цирюльне. Это подсмотрено в сети в ближайшие минуты о самом интересном из ростовского интернета. Меня зовут Геннадий Гордеев. Всем здравствуйте. Во дворах на Северном неизвестные мастера граффити преобразили унылые гаражи. Как заметила Вероника, в правильном направлении использовали свой талант. Константин даже позвал авторов к себе. Молодцы или молодец, ребята, приезжайте в Новочеркасск, сделайте с нашими улицами что-нибудь красивое, пожалуйста. Иван тоже оценил, но, правда, более эмоционально. Вот это я понимаю искусство, написал он, а не те уроды, которые своей мазнёй портят здания. Ну, мазня, мазне рознь. Немного я возражу, конечно. Искусство тоже есть довольно странных граней. Как утверждает автор, цитирую, это фото не отзеркалено. Надпись на новой детской площадке в Ростове. Причем не заметить этот дефект в процессе монтажа было нереально. Конец цитаты. Действительно странный ход от создателей таблички, но чтение зеркальных или перевернутых букв полезна задачка для мозга, заметила Елена. Иван с фразой из мультфильма «И так сойдет» оказался очень даже в теме. Владимир посчитал, что это волшебная песочница, а Антон предположил, что это маркетинговый ход. Ведь оказался прав. Говорим же, показываем, так сказать, эффект в действии. В эту парикмахерскую в центре Ростова приходит погреться и покушать вот такой котяня. Кот не бездомный, кот центровой. Всех котов в округе гоняет, всех кошек любит. С такими словами выложил пост в одном из пабликов Игорь Попов. Яна оценила, крепко держит свой район и рацион в лапках. «За одного битого двух небитых дают», – пословица подхватила Светлана. Евгения решила сравнить. «Вот мой такой же, как бездомный бродяга, а раны ему не успеваю зеленкой мазать». Я вот только одного не понял, чего он в парикмахерскую-то зачастил. Там что, продуктового рядом нет? У меня все. Ну, на сегодня, по крайней мере. Отправляюсь готовить выпуск на четверг. Кстати, если что-то интересное увидите в городе, присылайте фото к нам в инсту Дон 24 _ TV. Пока.